Итак, кто у нас следующий? По-моему, у нас следующий Наталья Малкина, да? Я правильно говорю? Не знаю, Володя. Или я в чем-то ошибся? В чем-то ошибся. Малкина Наталья, Калинка. Малинка. Калинка, Малинка, Малкина Наталья. Вот Малкину Наталью я первый раз увидел, я забыл, а, по-моему, это было Пушкина, да? Пушкина я тебя увидел. Да это вот ты как промелькнула мимо моих глаз, а Пушкина я его видел, дикие танцы. Ну, это... Да, это шедевр. Это то, вот, ну, где она родилась, это ее чисто. Дикие танцы. Я очаровался ей, только я так к ней подошел на расстояние... Да. Она взяла и переоделась. А какой был костюм? Это какой был костюм? Просто... А это Володь забыть не может. Я не могу ее забыть. И воспринимаю я ее только как дикие танцы. Хотя вообще Наталья это великолепное шоу. Вообще-то на самом деле она у нас так страдает раздвоением личности. Да, потому что ходишь туда-сюда, да. Невозможно в кадр войти. На самом деле, все танцы, которые вы видите в исполнении Натальи Малкиной, это симбиоз ее исполнительского мастерства. И кто у нас? Камаева Ася, автор всех этих танцев. Вот их такой творческий дуэт создает шедевры, которые, вот я думаю, вы сейчас увидите. Это новый танец, я его, кстати, не видел. Вот, мне Ася сказала, что он у вас только-только готов, да? Ася танцует, но она чего-то там сегодня покупает мебель, идет к стоматологу, в общем, она открутилась. Это очень хорошо, а то бы я получила. При мне никогда. Ну что, давайте посмотрим их новое произведение. Да, я вас попросил, потому что их на самом деле все-таки двое. Так. А вы в дуэте танец, да? Нет. Я же сказал, это дуэт творческий. Автор танцев Камаева Ася, а талантливый исполнитель Наталья Малкина. Поехали. Thank you.
Господи, ну что ж такой мелкий? Наташенька, ну что ж ты такая у нас скромная? Ты же великолепная актриса. Вот тебе карточка твоего участника нашей вечеринки. Девочки, еще раз...